17 липня завершается прием документов у высшей научной установы на бюджетную форму навучания. По традиции, самые массовые дни были первые и в субботу. Великую допомогу у проведении этой кампании оказали теперешние студенты. До речи, эта волонтерская работа будет залечена им у працовный стаж. Андрей уважливо подлічивая бал аттестата абитуриенту, сумму с балами сертификата, укажа, что хотя и редко, однако бывают помылки как у бок повеличения, так и наоборот. Довольно много людей. Вот работа как бы папка большая, поэтому работы много, люди ходят и все. Ну, как бы заходишь сюда мало людей, но по личным делам тут посмотришь и куча личных дел. Щодня под час уступной кампании ВНУ Могилевщины приймали до сотни абитуриентов. Консультации, регистрация, прием документов. Уся эта справа на плечах студентов. У ректорате кажуть, несколько год тому поспробовали их задейничать под час каникул и переконалися. Цудовный выбор. Оплата студентам, да, есть. В качестве премии уже по итогам работы университет старается их поощрить таким образом. Это то же самое идет, как студенческая отряд, синонимы ему или как это? Это, наверное, как-то параллельно студенческим отрядам. В целом очень похожа работа, но немного отличается. Ну, наверное, формат тот же остался. У Могилевской области во час уступной кампании у волонтерских отрядах заняты 110 студентов. И они работают во всех высших научных установах. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов. Новини региона.